Всех приветствую, друзья. Закончил вот такой кухонный топорик. Вес 850 грамм общий. Сталь. Значит, клинок изготовлен по технологии, как обычно, Sanmai. 40Х13 на обкладках и 9 ХС в центре с твердостью 60-61 единица пушкаля Rockwell. Накладки из стабилизированного ясеня сделаны. И пины из бронзы. Кожа черно-сидельная для чехла. Вот с таким хлястиком. Достаточно увесистый такой клиночек получился. Режущую кромку, то есть вскрытие, старался делать не очень сильно. Пробовал на рогах лося, рогах оленя. Ну и железо порубил, само собой. Ну, все, выдержал все испытания и отправляется к счастливому заказчику.